Че, плюсануть кого взять? А, окей. Ой, ёпта, я еще и глухаря могу посадить. Кстати, я попробую Джейда посадить, интересно, что будет. А, перегруз, чё необычного? Нет, Джейд надо садить, если ты на Нове. Куда? Видишь, мне Джейд не апнутый, максималка. Я, короче, я хуй знает, у меня на эхо 29 снарядов. А, бля, ну на тайфнах? Да. Ну, по факту. Ну, быстро перестрелки то не хуй, ты почти всех просрешь, а так должно хватить. На жире я трачу их. Ну, да. А я против жиров трачу больше 40, бля, так что это пиздец. Хотя у меня самого 40, нахуй. А, у нас же бочка есть, нахуй, она вообще дарится по этому поводу. Кстати, да. У тебя тоже на эхо бочка, да? Бочка на эхо, да. А, мы еще в эфире, нихуя себе. На ютюбе, да? Угу. Погодите-ка, эта ссылка ведет, вы действительно этот, ага, выходите, короче, не, мне этот... Не заходи по таким ссылкам, это опасно. Да, мне тоже говорят, блядь, не надо, там больно. Ты думаешь, как я гелик, я апнул, аккаунт и уводил, переливал? Так, я дизлайк тебе сразу поставлю. Не похуй. Даш. Репорты, дизлайки, какой ты, блядь, плохой человек. Ну чё, парни, поехали. Если можно... О, красавчик. Не, ну у них нормально, да? Три тащера и Алонсо пока неизвестный. Нет, он был мой старый соклановец, но сейчас, типа, он... Он очень хороший игрок, но только на колесном тошке, я не знаю. Ну, мы вот полетали, у него крафт, видимо, мертвый вообще там. Нет, ты ему говорил, он пиздец в ваты, говорит, крафт. Да, он вроде, когда его не трогают, накидывал хорошо. Но его всегда трогали. Два кушака, две шавки. На мост? Два мудака, две шавки, да, на мост у нас выбор-то нет, по-моему. Надо вот по воде едем. По кислоте, думаешь? Ну поехали. Ну, в смысле, по краю. А, кстати, да, нам проще будет, они нас будет легко палиться, они на кислоте, я забыл про это. Ну там кушаков надо забрать, по факту. Ну и этих тоже. Инвиз пока не уходят. И инвиз здесь заходит. Они с той стороны сейчас будут заходить. Надо парню кого. Палки оторвал. 800. Кушак у меня. А зачем? Не на мост что ли уходим? Бля, на меня кушак, парни. Все, по факту минус. Я походу тоже. Сука, просто бессмертная крыса, просто я в ахуе. Минус один крушак. Второй дымит этот, мало что. Но он горит, дымит хорошо. Ой, блин. У меня тошнилка зашла, когда я уже разобранный был. Блять, у него одна искра. А, пиз его, блять, хорош. Трехочковый. Сука, такой противный пиздюк. А, Рю тоже все, да? Ай, бля. Противная хуйня это куршак, если честно, просто пиздец. Вот для них бочка противная. Поверь, чем похуй у них искра. Пока, оу. Блин, ну я, можно сказать, выжил, пиздатый крафт. Ты, блядь, как ты как бы сейчас сдохнешь, ну ладно. Не-не-не, я. Ну там маленько. Тебе пизда как виноват. Маленький, хочу могу сказать. Маленько сам виноват. Они, кстати, все полумертвые. Нет, парень, нам надо походу по двоим играть. Там один с тошнилками, он на капкане сидит.
Да, я, у меня пушки не поднимаются. Сейчас они поближе подъедут, я ёбну нахуй. Всех сразу. На, блядь! Видели, видели? Колеса отрываю, все отрываю. Не, парень, нам надо, походу, по двое играть. По двое. Это пиздец, опасная хуйня, страшная, жесткая. А чё по двое, чё хорошего? Они каждый по одному типа хотя бы по одному брать, этот, с каждого. Моё мнение предложить. Не, а на мост... Мне кажется, надо одну собаку сразу убить и всё. На мост не надо. Парень, я не знаю, я считаю, что самое опасное... Пошли на мост, пошли на мост, пошли на мост. У нас же бочка есть, я забыл про бочку. Четвером мы на мосте не уместимся просто. Да, на мосте, да. Ну, на самое мосту. Главное, домашку им нанести какую-нибудь. Я выбиваю, выбиваю, под мостом проходят. Слева. Падай, блядь. Блядь. Парни, пока что мы байтим кушаков. А, вулкана кто-то там разъебывает. Ебать, он бессмертный просто, блядь. Да пиздец. Че, я минус. Навигатор, что я могу тебе сказать? Да не, блядь, охуенный крафт. Я, блядь, копья принял, собаку въебал, потом крушак на меня выхлостил, перестреливался. Карта еще голимая, к сожалению, очень голимая карта. Да, нормально. Сейчас привыкнем. И к собакам тоже. Мне прям понравилось, как я собак принимаю этим крафтом. Это не та хуйня, которую мы с ассистентом играли, когда у нас одна собака проезжала и двоих забирала. Да, вы заебали, а. Опять собаки? Декабра эти кушаки ебучие, три штуки уже. А у меня просто картинка карты. А, три кушака и этот, три кушака и сосиска. Ну да, карта лучше. Мы можем на балкон сразу пойти. Так, когда выбиваете, говорите, чтобы я лишний раз не тыкал. Вы на балкон, а я под балконом, вот капканчики накидаю. Угу. Саня говорит, переходите сюда, тут он будет и тайфун, и бочка. Ну смотри, вулкан, вулкан-то там должен прям пиздец. Что, не... А, в смысле, он там... туда, к вам? А, да. А я думал, тут? Давай так, я первый выбиваю, Верик, окей? Если что. Окей. Выбиваю, выбиваю. Давайте на базу. Одной не вижу, кстати. А, вон все там. Полтысячи желтого, 250 желтого белого. Одна, скорее всего, на балкон пошла. Они все четыре там, ты чё? А, да, они базу пиздущие. Инвиз выбивай. Убиваю. Ходят. Ебать. Минус крушак. Выбиваю. Нормально. Надо держать дистанцию против них просто. Это понятно. Спрыгнул один. Тот, что с одним крушаком спрыгнул. Меня забайт. У этот вроде с одним, да, с одним. Бритая сосиска. Убитый крушак. Не, нормально, нормально. Блять, просто охуенно, какой он мансящий. Ебать, вот я как будто в рандоме с палачами. Давайте так же налево на балкон, возле балкона надо их принять. Да. Вулкан, вот где-то здесь кинь капканы. Угу.
Добиваю. А, хорош. Ушел 700 на базу. Конвил слева. Проходит тоже на базу. Слева. А я их не пущу сюда. Давай, давай, давай. Выходи, выходи, дурачок. Добиваем. Давай, добираем. И следующий, следующий, давай, сразу. Блять, на меня поехало. Убило меня сосиской. Я займусь сосиской, займитесь кушаком. Да ёбаный ты в рот. Блин, я к вам кушака веду. Блять, у меня задний ховер последний сбил. Ты чё, в соло? Ой, бля. Это пизда. Да там крушак один бритый. Да нихуй. Значит, что-то мне задницу надо переделать у крафта. Сука везучая. Все, я больше не ездящий. Блять, я проебал этого крушака. Поздно сообразил, что их всего трое на радаре. Бля, аж обидно, блядь, этот. Мы так хорошо начиналось, блядь. Это просто пиздец, это бессмертная хуйня, их никак не убить, блядь. Даже жиры, блядь, меньше живут. Я не сразу заметил уже. Не, давай тогда я займусь сосиской. А надо крушаками заниматься. Сосиска одна — это залупа. То, что она это залупа побрила Рю. Вот чё прикол. О, бывает. Тут я упоролся, как она меня побрила. Справа обходят двое. Справа. Давайте на двоих, на двоих. Давай, давай. Ладно, на двоих. Убиваю. На задний? Нет, этот обходят. Вот я вот этого крушака заберу сейчас. Давай, 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 пока что тебе хуярю. Там кто-то с кем-то уже. Капкан есть? Да, назад. Возвращаемся, Рю, быстрее. Я минус. Да хуйня просто бессмертная, пиздец. Вармезы к вам заходят сбоку, слева. Я знаю. Как всегда, Рю бритый, а? Ну что за хуйня? И я бритый. Блин, чё вы с нами-то не поехали на эту, на одну? Так они сразу уже на нас развернулись сзади. Вот надо было на не одну ехать, они бы нам догоняли бы. А так получилось, что мы разделились, и вы получились 3 в 2 встретили. 3 в 2 хуёво. Ну и 2 в 1 хуёво, как бы. 2 в 1-то мы захуячим в любом случае. А у них получилось 2 раза по 3 в 2. Мы крышака, считай, в нулину забрали. Я вообще фуловый, по мне даже не стрелял. Так вы говорите, на кого едем? Ну, типа, чтобы понимали примерно. Нихуя. Ну, скоро, кстати. Блять, вот почему одни милики, когда, блять, мы не готовы? Когда мы летающие пачки. Два гибрида, крушак и скорб. Этот, эти зайдут раш, этот, как скорб, как крыса был. Ну, встречаем на базе, вы там их разъебываете. Там был кто? Ну, фуррот, крушак и гибриды, и скорб. Я буду вас прикрывать.
Так, мы их не видим, у ни одного грифона. Справа, кстати, заходят. Центр. Ебал 800 собаки. Хорош, копий. Дал еще 200. Ты, походу, ему половину копий снял. Слева. А, слева скорб. Скорб с собакой. Выбивай. Ой, меня зашла. Целуйся, хуйня. Хорош. Инвиз, перед нами, да. Сзади. Скорб это, да? Да. Я на скорпа полетел. Давай, забью. Все, еду к тебе. С тобой. О, капкан. Скорб срал, справа. Ах ты, сука. Справа, я справа входит. В инвизион около меня. Вот он. Убиваю. Ты видишь, какой урон я нашел по нему? Ну, сейчас будет, сейчас было по 13, потом будет по 16, да? Мне нравится эта хуйня, прям вообще пиздец как. Нет, на легком. Он просто вообще божественный, мансит, как не знаю кто. Один по левой, трое по правой пошли пар. На гонителе, да? Да. У него, да, у меня нет, у меня похуй. Выбивай. Выбил скорпа, блядь. Ферви заходят справа. На капкане сел там. Сзади, сзади, сзади! Блядь, опять меня собака забрала. Какой же, сука, эта крыса ебаная, этот спорт? У меня радар, кстати, остался. Проститутка, я минус. Блядь! Тебя разворачивает, ладно, нормально, раунд, тебя возвращает к этому. Не-не-не, заберись на этот, шавку. Не дает мне стрелять. Все сломал. Все, мне ховер задний выбил. Последний. Сука, чуть-чуть я до скорпа не дошел. Да, надо собак забирать. Ты видишь, собаки просто толкаются, и нихуя же не сделать. Да-да-да. Скорп, он нахуй, видишь, первый раз убили собаку, блядь, я отсосал соло. Угу. Смотрю справа, справа вижу, никого нету пока что. Там скорб покидывает. Заходит шавка справа, минус копье. Даже три. Карпу 700. Ферви слева выбиваю. Собака. Сзади. Да. Блять, ну скорб опять, сука. Пиздец. Так, фул копейщика разъебал. Короче. Копия минус, блять. Я минус по факту. Да, блядь, собью копья, собью сапка. Сбил, давай. Хорош. Все, вот и все. Ну я пиздец как хуёво выгляжу. Ну живучие твари, это просто жопа. Без копий остался. Да фур копейщик говно. Он даже знает, как им пользоваться, походу.
Ну им надо в область кабины заходить, тогда ваншот. Неплохо пока что. Это ж мых, это пиздецкие опасные ребята. Да, они все тут нормально ебашат. Рыцари. Я слышал, они жестко неадекватные. А, погоди, он думает еще от них уйти и прийти к нам, кстати. А это вот когда мы их один раз всего разъебали? На лютых соплях прям пиздец. А ему что-то там не нравится, они типа жиров там не любят. Аналицы будут, походу. Ну, пусть аналицы. Надо, чтобы наш скорб побрил ихнюю свою саранчу. Угу. Сделаем. Видишь, я их вообще не вижу, где, что, когда, зачем. Не ИСы, они там все. Нет, ну саранча где-то в инвизе катается, я просто ее не вижу. Видишь? Что мы по левой-то пошли? Все, иду к ней тогда. Мы по центру вообще. Так, еще у них тошек, видишь? Саранче минус 2 ховера в очко. Хорош. Саранча минус, саранча минус. Заебись. Там этот вышел. Доберем ее. Прикинь, она на колесах катается, блядь. Блять, Рюта, не умирай там. Забью, забью ее. Давай, давай, рыцаря, рыцаря. Поехали на рыцаря, этот. Поехали. Лучше Тошика. Тошика открыл, сейчас. Закадышусь, пойду на Тошика. Вингартор, давай, давай назад, я тебе прикрою пока что чуть-чуть. Я выхожу на рыцаря. Зря, наверное. Нормально. Тошику жопу вскрыл. Тошику немножко отхуярил. Давай, сейчас, сейчас, сейчас. Чего вы мне не говорили, что эхо это такая тема? Эх, это такая тема. Ты посмотри, он как часто стреляет, когда перк срабатывает. Сколько тошек, сука, пиздюк везучий. Он меня побрил. Инвизи, пидор. Убиваю. Эх, промазал. Мамонт остался к 100. Шути, можешь уйти? А он что, на тебя пошел? Да, да, он байтит. Надо его типа вдвоем за два рыла байтить. Давайте там просто минус, блядь, полураму у этого саранчиста, она, блядь, какая-то охуевшая, заходит на нас, блядь, и сразу на бочку падает, и минус, нахуй, вся рама. Нормально. Приятно, красиво. Что, по контейнерам, может? Пошли, пошли. Не вижу никого. Они за скалой там все. Очень хорошо, я бы сказал. Виза аккуратно, рыцарь. А, это выходит. Саранча. Саранча, косарь, ебал.
Она от меня просто бегает, просто прям пиздец. Двое справа обходят. Навигатор сзади. Может навалиться на центральных-то туда, нет? Наваливайся с той стороны, а я с другой. На, в сранче дал в бочину. А, подожди, ты в шинилке. Блять, ты чё сранчу-то не отвлёк? Так она мимо меня проехала в релизе, даже на этот. Я её даже не видел. Это не моя же вина. Ты же тупо мне этот без релиза долбил по мамонту, она просто сразу на тебя пошла. Блять, я маленько хуёво стреляю. Я, наверное, теперь только по жрам попаду, блять. Раньше кто-то минус, я хуй знает, кто это такой. Въебал Тошику, кстати. А, хорош, осталось жиры. Ой, саранчу убили, да? Да, саранчу убил. Выбивай инвиз. Ты сука. Сзади обходит еще. Не, ну блять, я хуй знает. Как мы вообще ховеров на жирах убиваем? По-моему, вообще без шансов. А, и три гелика, да? Два. Я, кстати, не против покурить. Можно? Перерыв? Да, 3 минуты. Я тут. Что там у пацанов? Тут. Десятиминутный бой, блядь. У нас 2 победы, 2 поражения.
На месте. Че, съебался-то? Че, оба? Просто мы промолчали, видишь, ему надо попиздеть. Так он не хуй знает, куда съебался, он в городе. Ну, наверное, Дискорд-то один, наверное. Там оборона за пластиком. Да похуй. Блять, мне ты должен будешь попробовать этот крафт. Куда ты первый дел? А эхо у тебя есть? Я холодос туда впихнул вместо эхо. Не-не-не, там другие ощущения. У него, когда я задом сдаю, я стреляю, у меня сразу там 80 скорость. И потом 75 падает. На, фиго. Да, го. И он, блядь, мансит прям вообще классно. Легкий, да? Да. Он мне и жирного дал, который у него был на этом. Я играл против него и на легком, и на жирном, на его крафте. Трубопровод тоже в клан к нам хотел, но что-то не пошел. Ебать, паны. Два тайфрама, мастодонт летающий дикобраз. Почти то же самое, что у нас. Не совсем. Но то, что фулл элиту, ну да. Не, ну, у нас Рю есть. Был бы у них скорб, было больше проблем. А у них нет скорпа, да? Нет, у них два тайфуна. Один апнут, один нет. В плане... Хороший скорб, который тебя повреет на подлете. Дайте инвизы. Аккуратно. Дай назад, смотрю. Я ему напиздючил. Я тоже. Горит мастодонт у одного. Тайфу точнее. Бочка справа. Нажимает, бочка там едет. Бочка сбоку. Справа обходит. Блять, извиняюсь. Меня, блять, грелка мастодонская заебала. Инвиз. Это, блять, проституточная, блять, хуйня. Нормально оба промазали. Кидер. Мастодонт уебитый нахуй, просто весь. Мастодонт минус. Блядь, ярю уебали, сука. Инвиз справа и слева тоже. Нет хелп. А, минус. Сука, блядь, ненавижу, блядь, чмар, блядь, с этими дронами просто. Блять, это чмара еще и с дронами. Ну, так он из-за этого и чмара. Нормально, хороший дикобраз на дронах не будет летать. Ладно, я понял их тактику ебаную. Они нас окружили, распидорасили, что тут понимать, надо тоже разделяться. А нет, не совсем это, ну. Ну это да, тоже есть. И там их разъебывают. Нет, там не разъебешь, вот в чем прикол. Я-то вам может быть, я далеко буду разъебешь.
Толпой все там идут. Я промазал, я промазал. Ебаный мастодон, что-то... Да, мутай фунул хуёво, кстати, он открытый, блядь, сбоку. Лубинус какого-то, бля, на 2000 жёлтого кого-то лопнул. Да похуй мне кто. Там, кстати, один лежит. Я того лоблю, я знаю. Блядь, поебали мне. Ещё бочку чуть-чуть на бок посадил. Походу дроны живые, блядь, остались. Да, блядь, и блядская хуйня осталась. Регатор, сзади назад, сзади назад. Блядь, их двое там живых. А, я боком повернулся, с жопой. Сука. Пизда, как меня развернуло. Вверх сбоку. Блять. Ебучий мастодон, блять, как он заебал. Слева еще и. Пизда, у него один мастодон еще. Греет, как сука. Сзади, сзади тебя входит, вот сзади. Да ёб твою мать, да ты заебал. Пизда, блядь. Ёбаный мастодон. Такая тварь вообще. Все. Не, мастодон прям пиздец как мешался. И очень жирная тварь. Опять у нас заебись началось, потом все хуево закончилось. А будет на. Да, как это? По фокусу что ли ебашить, я хуй знаю. Видишь, пока они вас на вас были агрены, да все заебись, там кого-то лопнул, кто-то этот хуёво летал. А не хуй этот ебучий мастодонт, я его рот ебал, как он так двигается. Вообще пиздец, он столько выживал, блядь. Щипки и зарядки, разрабы, блядь, добавляют каждый раз на. Честно, сука, вам сказать, я даже, блядь, скучаю больше по городу, чем по этой ебаной карте. Да, я вообще не вижу эти новые карты все. Но что вот это, что кольцо пепла, блядь. Кольцо говна, блядь. Скорб, ты мастодон, каратель. И остров этот ебаный тоже, пидоросня ебаная. Да-да-да, кстати. Ну, блядь, мост нормальная карта, блядь, каньон, по факту, все. Ну, и Сектор 17 тоже нормальный. А, ну да. Так, что, у них дальников не было? Скорб. И бочку. О, я кому-то 300 выебал. Чё, блядь, лапнутый что ли, сука, мастодонты? Нет, он пиздец, у него быстро летят снаряды. Чё, разделяемся-то, где все? А чё, на базе стены? Там двое едут. На Нави едут. Да-да-да. Пол тысячи выебало. Жёлтого. Блять, меня поджимают. На базу они идут. Да вы, блять, где вообще? Скорпу ебал хорошо. Блять, да что такое? Я врезался прям вот. Видите, что такой же живучий пидорас на мастодонта, блять. Ты все в капканах. Далее, аккуратно, парни. Вроде бы этого мастодонта пиздец. Пизда, меня скорб отбрил сразу, блядь. Один тайфун. Вот и пидоросня подошла. Скоратель.
Минус второй каратель. Минус третий каратель, пошла на нахуй. Я минус по факту от скорпа. Сука, проститутка. Пизда, у него кабина горит. Да, я в курсе. Визия. Блядь. Нахуй. Хорош. Скор. Матадон там лопнул, что этот лысый, бля, петух. А бочки тоже хуёво, кстати. Она вверх смотрит сильно. Заебись тогда. Стилеры. Ох, ты, я сука, просто бочку не видел. Два урона. Охуеть. Да ёбаный ты, бро. Передний ховер ему, главное, не отстреливает, он сможет нормально стрелять вас. Шесть. Чем, сука, на прогресс? Было потно, со скорпом особенно. А нихуя, блядь, нет, тупо просто эхо каратель замешало. Замешался петух. Нет, его... А, да, у тебя, да? У меня просто каратель замешался, а так он хуй сосал и скорб. Рю, я твою часть ЧСВ скоро отпизжу, блядь, в это место. Ладно, забей. Ну, блядь, распидорасил, блядь. А, у Кая ЧСВ больше, я забыл. Путаюсь, извиняюсь. Альфе на 600, я не знаю, кто, что это за хуйта. Инвиз еще кто-нибудь может выбить? На 300 еще кому-то. Где? Он скорпу въебал. Справа. Блять, Рю, ты закрываешь его. Скорпу на себя, говорю. Скорпу еще 300. Ты бы карателя стрелял, блять. Вот он, каратель у меня. Блять, я промазал. У меня инвиз сбоку где-то. Сука, кстати, баный мастодон. Мастодон ты этот минус три ховера. На капкане там этот или скорб, или он один. Скорб, скорб. Я калека, я не вряд ли кого-то убить смогу. Но лечу на скорпа. Сука, заебал. Погоди, я у тараном разъебусь. Пошел он нахуй. Блять, у меня кабина горит и генератор. У нас скорб целый. Красавчик. Спас мне бензин. Сука, бля, нахуй, бля, сказал бы ты раньше, бля, бля, этот, за, чтобы он тебя уебал сначала. Сейчас посмотрели реально по истории. Да я шутил, я что, долбоёб, что ли бензином ходить? А, я думал, ладно. Ну забайтил, хули, чё сказать, забайтил. Нормально, я каратель разъебал, пока он Рю убивал. И тоже, кстати, эхо зарешало. Бля, ты такую, блядь, рекламу держишь на этой эхо, что хочешь, хочу, и мне уже хочется её покупать, блядь. Я рекламщик пиздатый, да? Да, пиздец. Не, эхо хорошо, вот когда вот рядом борешься со мной, то, блядь. Не, ну вот и не раз, когда начинают. На тайфуны на мастодон, там на скорпе такое, на скорпе я бы взял бы. Ну, на скорпе эхо, конечно. Сука. А, мы с ними играли их, мы сос... этот, мы им дали сосать, блядь, просто жестко. А у них теперь еще уравнитель. Не хуй ржать, они все равно могут развивать. Да, нихуя не отсосали. Вы знаете как? Налево? Да, налево, мы просто горку занимаем, дикобраз просто пиздец там этот срет и бреем. Это понятно, стандартная схема. Да. Ну похуй, налево, нам налево, налево, похуй. Налево, налево. Ну да. У нас это, как в Токио, левостороннее движение. Да, и в этот.
Срать, надо срать, надо срать. Приятного тебе срания. Так, сейчас обходят. Сейчас, если спрыгнут, надо дойти. Не, они спрыгивают. Если спрыгнут, я нахуй надо вверх. Спрыгивай. Дай вверх. Минус арбитр у одного. Аврора. Поебать, и уже на меня две сосиски поехали. Минус еще арбитр. Сука, это по тебе случайно. Да, блядь. Сука, петух. Остальные коцаны. А, это улица, Элоса, давай этого. Да-да-да. Очередь бок, влево-вправо быстрее. Остался Аврора у этого. Лысая, все, добирай. Бля, нам пиздец бесячий, я видел, блядь, тебе этот знали, слипсался и хуй, блядь, катается, но... Знаешь, а блядь... были бы у него какие-нибудь, блядь, сверху штыри, вообще бы нахуй. Ты, блядь, она, блядь, запарковалась, закатала, да, тоже налево. Противный это пиздец, крафт это сосиски, конечно. Бочка, 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 где наша бочка? Одна уже минус. Да, пиздит кабину, кабину мою пиздит. Реально спиздил кабину. Не, так вроде давай окружаем чё. Да-да, мы их хуярим. Окружают. Нихуя, давай пиздил. Нихуя вы бешеные, бля. Бля, не успел. Я нечаянно. Да похуй. Не, нормально, приятно, красиво. Блядь, с бочкой заебись против сосисок все-таки. Да, очень. Как тяжко без бочек против них. Да смотря на какую карте еще. Да на любой карте. По факту на любых, если подумать. Просто когда бочка под ней взрывается, у нее уже все начинает быстро отлетать. Ну даже да. Если ты ничего не оторвешь, но ты уже продамажишь так. Ты видишь, сейчас же они пиздец накаленные от тебя, мы их дохуя и долго пиздили. Но они были бы фуловые и еще бы более было бы. Мастодонт, этот летающий, тайфун. Битер, тайфун апнутый. А ты видел, как у него перед строен? Нет. Ну там этот рама, ну, типа этот, маленькие детали, рама, и сразу, блядь, под рама уже, блядь, попадаешь там этот и пизда, там без крафта. Я думаю, по двое надо разделиться. Хуево думаешь, ну ладно, давай подумаем, посмотрим. Давай, Нави, я с тобой, а скоро с бочкой. Они же рашат, то все равно не будут, это все ховерные. Не факт, не факт, будут. Очень не факт. Если они будут толпой рашить, то мы будем выигрыши. Выбиваю инвиз. Забатил этот на Айгиду этого пулика ебаного. Сосисочку побрейте. Она не тупая, она не выйдет пока нет, когда что-то дура ебаная. Справа на гору этот инвиз. Сосиски 500. Инвиз слева от меня. Нет. Подойди, куда я сейчас встану, а не... О, на меня вышел, блин, что-то так... Неожиданно. Опять проебал этот верик, этот кабина.
Инвиз убиваем. Не знаю, я еще ни разу пизду не получил, но раза 4 выдал. Ну логично, ну не карты, блядь, пожалуйста. Где у них четвертый? Там везде где-то. Ну что-то летит. Ты урод, типа, этот, советую тебе съебаться оттуда. Да не, нормально. Че, как совет? Сука. Два, сука, урона. Красиво. О, я первый раз получил. Да, аналогично. Блять, ну, аж тебя побреют. Я вылажу под новое только на него. А есть смысл вот сейчас вверх там захватить, вот где вот один он там? Да я не утром, он уже ушел. Они быстро перетянутся, пока мы поедем. Сучка, проститутка, блядь. Аккуратно, аккуратно, вулкан. Блядь. Очень хуёво вашу проблему. Прош, давай назад, давай назад, давай назад. На кокане кто-то минус стрелял. Минус арбитр. Блядь, слева тоже, сука. Стреляй, не стреляй, Рю. Все, давай, открыл. А, тут все, пизда тебе. О, перезаряжу и выйду. Я еще там капканчики кину иду. Выбиваю, выбил, стал. А, выходим на тайфуна этот, Витнаби. Инвиз, смотрите. Выбил, блядь. Ну хуёво тоже, блядь, он поебал, дохуя получил. Все, вулкан, не рискуй, просто пиздец, не рискуй. Mm-hmm. Хорош, Рюх. Блять, тут капкан. У меня один. Все, один горит, один этот, Игорь горит. Ага. Они блядь, отходят там туда к вам. Ну похуй. Поехали на базу, поехали к них на базу, парни. А че, если я сейчас нахуй капканчик... Так, блин, а здесь капкан в дохуляр, ты че, нам пизда там. Эй, спрыгни, спрыгни, лучше не рискуй там. Че, проебали детектор, что ли? Угу. Где еще один у них? Где-то там они оба. У нас рюби с детектора. О, сзади, а сзади ходят. Инвиз нажал, спалился, да? Да пиздец. Минус тайфун у пацана. Блин, он мне сразу. Ой, бля, вы че? Так, этот побритый. Да нихуя. Второй побритый, который в жопу заходил. Полностью? Да. Заебись. Вот один остался. Больно будет мне сейчас. Танкуй, танкуй, навигатор. Просто, сука, танкуй, пока я доеду. А он его заберет сейчас. Танкуй, навигатор. Нихуя вы там накидали, когда успели? Я вроде так пиздато попадал. Когда вулкан вышел, я хорошо вышел и забрал мастодонта нахер, пока они на него отвлекались. Ну, я что, побрел, что я побрел эту хуйню, потом ту хуйню, потом следующую хуйню побрел. Так же по двое. Угу. Мне больше с горки понравилось. Мне больше с похуй, где я стреляю. А, не раш. Да, я походу в одну сторону. Мы сейчас к вам съебемся, пацаны. Понял, сдаю назад. Давай, давай, придем к ребятам. Блять, я бочко. Сдайте назад, парни. Вес этот слева. Один мама мастодонт хуёвый, Алай, Алав. Алав это не мастодонт. Ну, тайфун. Сиськи тоже плохо. Добавь, что мастодонт мам... А, о, нас на капкан сел. Хорош. Всё.
Блять, я не думал, что на ховер так охуенно играется. Так почему думаешь, что так этот в топе? Ассистент, но он такой бочка. Чат у пацанов, походу, не очень, да? Ну, просто я посмотрел, что 318, а было 322. А мы две победы сделали. Кто там первый был? О, Синичка хорошо стреляет. Тайфун, Скорпион. Два Тайфуна, Скорпи, Крушак. Бля, ну здесь мне очень пиздец больно будет. Синичка хорошо стреляет. Ай, похуй. По крайней мере, на ассемблера. Че, по правой идем или стоим? Ждем. Я сейчас даже хуй знает. Ну, лучше сюда идти. Синичка 400. Триста тридцать три тайфуну в очко. Дали мне 60 этих за не заебали его. Крушак, инвиз только с базы вышел. Крушак сбоку парни обходят нас, если что. Да их там здесь трое, поможем, в принципе, подпушить их. Кота в мешке в бочинку. Блять. Сам бочинку зараза получил, неприятно. Блять, тут инвиз где-то. Инвиз слева, вы можете выбить? Крушак, это крушак, соло заходит на нас. Уходит. Гуай в жопу 800 ебануло. Хорош. Подойдем к ним или нет, сука, туда? Или стрим? Вы как там? Да, Даня? По идее можно подходить. Блять, Синичка мне задний ховер выбивает. Так давайте подойдем к ним туда. А, Крушак вот слева выехал на центр. А, Синичка в соло, давай на Синичку либо на Крушака выбирай. Давай Крушака тогда, хуй с ним. Бля, я не понимаю, что делать. Крушак, нам помогите, блядь. Я тут вот с двумя как, остался. Блядь, меня кабину разъебал. Сука, какой же урон у них дохуетительный. Птичка, все скорпы скрятся у синички. О, нормально, вулкан почти разъебал. Вам двоих осталось убить. Там синички в кабине. Давай на базу. Так меня пушит и скорпит тайфун, что я сделаю? Сзади. Сейчас, подожди, подхожу к нему. Да еба, как это? Скорп в инвиз зашел. Сука. Блять. Да нихуя эта синичка не умеет, блять. Только, блядь, бегает. На среди капкана. Ебаный крушак, сука. Ну здесь Крушак помешался, это второй ебучий тайфун мне. Он меня в кабину разобрал через тайфуны, я вообще хуй знаю, как это возможно. Когда не стреляет, блядь, этот, дробью, да? Да, блядь, ну... О, 560 синички въебал.
Куршак опять на тебя идет. Навигатор, хуй так тебе идет. А я бегу. Блядь, это пидораска. Это она? Да. А, тогда им можно. Блять, я вообще тут под, сука, под все нахуй. Помогите Парнерю, пожалуйста. А я уже в минус. Тайфун один ухуёвый. Хочу эту, сука, синичку ебаную дойти, блядь, пиздить. Блядь, там... Пидорас этот. Я, короче, блядь, под двумя. Это хуничкой, блядь, бесит. Да, блядь, ёбаный в рот. Да, блядь, он горит, петух, но он не сдыхает, блядь. Эта хуйничка придет, заебала уже, блядь. Сука. Сука, она крыша, реально крыша со стажем ебаным, блядь. Сука, таких противных балов я давно не видал, блядь. Че, минус, пизда ебаная просто. Да нет, я на тебя оставил этого пидораса и на синичку полетел. А, блядь, ты... Так меня синичка уебала сейчас. Развернись вправо быстрее. Эта хуйня, блядь, просто горит к хуям. Где эта ёбаная тварь? Ёбаная тварь. Сука! Говно горящее, блядь. Угу. Я хотел написать, что она проститутка, но она... Блядь, так, я так... бы захуячил эту сидичку, если вот эта хуя умерла. Захуячил, нихуя не можно, блядь, без них. Блядь, успею? Да, успел, блядь. А, блядь. Дура тупая, блядь. Ну хотя она правильно делала по факту. Заноза, сука, конская. О, пацаны походу выиграли. Неплохо. А у нас что там за пиздец? Я его ассистента смотрел. Знаю, что у нас мне нравится. Эх, нормально. Сука, еще раз на меня попадется, и пизда просто, нахуй. О, лето. Это пачка жиров. Ну, это либо нам еда, это либо для нас еда, либо пизда. Ну, я надеюсь, что это еда. И они прям жесткие анальщики. А, ну, похуй тогда. Ну, жира в них пиздец. Я на холодосе все патроны вытрачивал. У меня их там 39. Да, это пиздец. Это правильно, совершенно, сука, прав. И не проще, сука, их побрить, мне еще дохуя в патронов останутся. А ведь Верло, кстати, хорошо стреляет. Что? Не, они все равно будут маленько парашить. О, смотри, парашили. Парашили. Парашили, блядь.
Блин, отступать надо потихоньку. Отступайте, отступайте, да-да. Они там пиздец заналились. Ну они у меня тут получают хорошо с бочек. Давай-давай-давай, они, блядь, потихоньку, если давай. Уходят своей бочкой, идут ко мне прям. Желтый пошел. Это без тайфуна Верла. Или, блядь, чё, к базу, блядь, пиздеться? Все бывает. Да. Они на базу станут. Один у них встал, самый последний. Жнец, по-моему, или кто он там. Да, жнец. Он, блядь, ушел. Вулкан, ты, блядь, срочно сейчас нужен на базе. Иду. Этот Растов горит. Пиздец по мне, блядь, сразу три выстрела. Папа Верла. Горит Верла. Сука, как его? Хорош. Давай по этому. Давай. Давай по этому. По-любому она уже, блядь. Я по огнебогу въебал. Нихуя мы его красиво побрили, парни. Блять, мне так нравится. Ну сейчас им точно раш сейчас нужен. Ну, они по-любому сейчас, скорее всего, опять будут раш. Они так же пойдут. Ну да. Да-да-да. Дайте, бля. Успею, сука. Не спорю, живучие они, пиздец. Один по левой что-то пошел. Парни, да, один налево. Поехали налево, Рю. Ты тут? Блядь, ясно, ребята. Рю, ладно, иди левый. Они где, тут, сука, блядь. Здесь соло. Соло в левый. Сильно не выходи, ты опиздюлю ссылка. Ты, бля, навигатор мне продал, охуенно. В смысле, мы же налево пошли. Блядь, это лево, алё, ты это лево. Я перепутал, блядь, право-слево, пацаны. Сука, красавцы. Я смотри, что вы, блядь, налево все уйдете. Блядь, я, кстати, тоже перепутал. Я просто увидел, что туда один пошел. Вот, сука, здесь один эти бучий жнец стоял. Перла уже, скорее всего, горит. Папа жнецу, навигатор или кто там? Блять, тут капкан. Там капкан, аккуратно. Меня разъебут сейчас. Сдай назад. Блять, ухуя лохня ебаная. Ну, Рю пизда по факту, да, Рю? Фуну минус один. Ну, дымится. Я сейчас на него выйду, капканчик кину сзади него. Он уже сел на капканчик. Бля. Где наш скорб? Ебёт жнеца сбоку. Хорош. О, поменялись планы случайно. Не сэ, без дела не сижу. Рю, ты видел какой там танкующий крафт еще? Меня. Угу. Въебало, сколько я там мамонтов получил. Как они так собирают, блядь.
Блять, надо гонить и ляпать на мощность. Да похуй. Понимаю. Я приебал тайфун, дикобраз. Два, нами. Три пушкаря и дикобраз. Нормально. Попу мыл, попу не мыл. Весь урон, сука, в столбик пошел этот, который ломается, прикинь. Да я кому-то въебал. Они все трое на воде. Да. Что-то по воде хотят рашить, походу. Да похуй, это хорошо. Так, инвизов что-то дохуя, я не понимаю. Который попу мыл с цунамками, ни одного геля выбил сразу. Инвиз убивает. Из ЖД не видно никого. Вот там есть, по-любому. Во-во-во, тут идет. А, парни, все. У них минус один, у них этот, я сломал им движок, он не умеет летать на ЖД. А у нас радар умер. А все, не мешайте, не мешайте ему, не стреляйте по нему. Радар под не умер, цунамка мне его выбила. Инвиз, урю. У нас радар умер. Аминь. Есть, выходит. Тот, что рожит, только нихуя, типа, не мы, парни. Пока что. Едрю. Выбиваю инвиз. О, они подперли друг друга. Едрю. Сзади ходят. Пацаны. И камрад, да? Да. Бочка. На капкане. Топнул. Давай, добирайте, хорош. Давай, проезжай. Не, не стреляй этот, потому не мыл, не стреляй по нему. Он не этот, не летает. Рюти, надо куда-то радар в менее очевидное место ставить. А, блядь, не его первый раз за сколько боев выбили. Нихуя я мазила. Парень, у вас один там, давите его. У меня пока что двое, держу их. Он уходит. Да, он съебался. Бля, Рю, сломай, пожалуйста, этот ебаный капкан. На воду ушел. На капкане там сидит. Да, я его ебашу вовсю. Да, этот, короче, который этот с перегрузом. Ты, он все и стрельнул. Вижу, да. Центр трое. А, меня одного оставили, окей. Не-не-не, я уже рядом. А меня двое заходят. Не все, походу, на вас заходят. Меня что-то не стреляет.
Блять. Короче, я не понял, то ли он стреляет, то ли не стреляет. Сзади, 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 дикобраз, Рю. Нету дикобраза. Блять, ну. У меня, короче, анимации выстрела нету, я тупо путаю. Тайфун дымит от того горе. Горит сам. Да вон он. У него грифон, походу. Нихуй знает. Сука. Уже ничего нету, блядь. Давайте курнем. Пошли. Чё, хочется, да? Пошли. Да не, бустер наружу просится просто. Бустер. Давайте в гараж, парни. Я тут. Я чу бою 2-3 максимум. Угу. Относительно. У нас прям так неплохо. С переменным успехом. Не сглазь, не сглазь, блядь. Я говорю, у нас напряжно, но настреливаем.
Да хуя, я бы сказал. Там как бы десятку же даже не сделали. А, вы без примака, да? Нет, у меня есть прям. А у меня еще брось. Мне осталось 18 руды, чтобы выходить. 23 мне. Ну хотя бы десятку. Там поменяться кто-то хочет или что? Ну нет. Ребята просто устали, наверное. А, не, если нет желания... Да нет, ну как бы без разницы. Да, как бы, да, ну делайте, пока металл будет, потом, если нету желания, не можете... Не, я, в принципе, не стремлюсь, чтобы выфармливать там что-то. Там сейчас во второй пачке, в принципе, Алонси это отвалится. Ну, пойдет вулкан, если хочет фармить, без проблем. Но паник выформился, так что у них два места будет во второй пачке. Понял. Ну, пока что фармите лом парни, так что тоже неплохо. Ну, завтра меня на КВ будет, я буду завтра на КВ, но уже в этот, как его там, в понедельник меня не будет. Я тут. Эти попаснее, Алфред даже дебил попался. У меня ничего не появляется, у меня просто заставка висит. 4 тапка. Ожидание а, других система. Игроков. А, все. Ну налево. Налево идем. Кто у них был? 4 тапка. 4 сосиски. 4 КТМки, причем двое апнутые. У одного 5. По-моему, у двух даже по 5 арбитров. Ёбнутые, блять. Да нет, нормально. Вулкан сразу надо долбить тебе. Минус арбитра. Я сзади. Вы меня побили. Ой, извиняй, вулкан. Сзади идут. Блять. С двух сторон сейчас будет. Алло, хорош, хорош, хорош. Тупо сдай назад. Да, тебе надо, по-моему, 4 или арбитра оторвать. Надо было, не дожидаясь этих двух, пока мы их разберем, надо было на холм уже идти. Пока эти не доехали. Блять, я не суициднулся. Хуйня, блять. Три арбитра. Я вижу, вижу, вижу. Бля, да как... Ладно. Сука, проститутка. Одна, вторая попытка. У этого нет арбитров. Пошел нахуй. По сути, там два арбитра, по-моему, да? Угу. Спрыгнул. Блять, а у тебя 100 хп. Поебать, я ему пизды дам. А нихуя. Вроде бы. Ты думаешь, я спрыгнул, что ли? Блять, пусть на захват едут. Ну пусть, но они едут.
Я не вижу их пока. Где-то этот, по-любому за этой скалой нахуй вдвоем стоят. Блять, ладно, была не была. Ну, вам минус один, да? Да. Ой, плохо, все плохо. Тука как? Нет! Рот твой. Шанай манал, блядь. Тут такая мелкая хуйня, блядь, мешается жестко. Там чуть-чуть прям, пиздец, чуть-чуть не хватило. Ну тут я быстро слился, я не заметил, как они сзади спрыгнули. Да, они, пока мы этих двоих разбирали, по-моему, те двое резко подошли. Они спрыгнули сзади. И капкан хорош. Да блин, я что-то думал, что две сосиски нам не опасны. Да, что-то все такие расслабленные были какие-то. А где они, блядь? Что, аналится? Да ну нахуй. Я подсвечу вам радаром. А где это? Вот они направо, блядь, пошли твари. Хитрые. Они сейчас окружат нас. Назад, давайте, назад, 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 назад. Справа идут. Назад, назад, парни. Прямо вот этот, на горку обратно. Минус арбитр вроде. На капканах. Давай фридома, фридома. Че не меня в фокусе, блядь? Ёбаный Рюсворд. Просто, блядь, три выстрела не дал сделать. Я брит. Места маленько маловато. Другой со мной будешь танчить, просто помогать, пожалуйста. Он фуловый, да? Уже нет. Ох, приступку мне сбили вовремя этот, вижу этот прицел. Давай, пизди его. Сигнальте, сигнальте его нахуй. В гудок ему. Ну, стрёмная хуйня это, ебаные тапки просто. Мне нравится больше, когда вот так вот дефятся там. Когда они базу захватывают, да, обожаю. Парень, смотрите, захватывает. Если они типа так же делают, уйти капкан этот, вулкан, хорош. Так же типа по двое нахуй выходим просто на горку, ебаем то, что, тех, что на горе. Они сейчас будут рашить, на похуй. На похуй, может быть. Ой, смотри, вообще надал, поехали. Ну, блядь, ну пацаны. Я просто не стреляю, а меня фокусят. А чё за пиздец, да? Да, блядь, мне мешает Рю. Блядь, пиздец по мне пошел. Я просто вообще не стрелял. Я просто врезался в тебя. Так вулкан еще живой, так похуй, можно идти тогда. Может, неплохо. Хорошо, что они меня фокусили, да? Да.
парни, если вы хотите отдыхать, спать или вам не интересно, скажите нам. В смысле? Я если сейчас... У нас еще металлолом не выбитый. Про меня иду. Два тайфнатика, мразь, скатка, ага, и два эскорт. Блять, противные крафты просто. Кстати, жирные, наверное, с инвизной кабиной вот это. Да-да-да. Там нам надо дикобраза не проебать, близко, и все. Надо подойти туда или нет, или тут бомб стоит? Смотри, да, что они делают, я думаю, типа, стоит посмотреть, что они сделают. Просто, как я помню, нас тут всегда разъебывают на этой стороне, вот, когда мы стоим. Ну, почти. Они едут. Блять, я промазал. Слева. Вижу бочку. Инвиз этот заходит. Дикомразь, парни. Блин, не выбег. Вон она у меня. О, бля. Какая же хуйня, согласен. Блять, на капканах сел. Убиваю. Я на скрипа. Ой, я на всех выхал. Ма этот скрейер хуёво очень. У меня минус тайфун. Блять, вы куда поехали? Я не понял. Ну давай этого. Блять, сел на капканы. Блять, на скорпу, блин. Там еще сберёг какой-то ебаный. Нет. Сейчас, подожди меня. Да, блядь, я проебал. Сука, пиздюк. Тебе сломать капкан? Сейчас сломаю. Ага. Все, забей, я бритый. Тайфун, да, остался еще, да? И кто? Скорп. Скорп. Два скорпа. Блядь, это два, да? Это сетик, блядь, вообще не видно отсюда, да? Который у тебя, ему в кабину стреляй. Сука, проститутка. И они все с капканами. Ой, бля, еще лучше. Как эта хуйня так стреляет? Блять, чтобы знать, где у него кабина, да? Блять, мне тайфун оторвали. Неудачно. У Бука у них 1700 очков набрал. Ну похуй вообще. Это ничего не значит, по факту, ты очки, ты чё? Ну так. Я тайфуну там 4 сотки въебал. Так, ну они у меня сейчас рашить-то не будут, да? Может быть. Да. Что-то слева этот бычит, пидорас.
Я тогда подкатываю, капкан кинул. Один у меня этот слева. Все отходит. Мы капканы уже, тут справа стоят. О, блядь, нарвался прямо на этого гомосека, блядь. Сука. Блядь, тут тоже все в капкан. Капканчики бы ты снес, блин. Ладно. Да на горке стою. Если убить, убили одного, сзади назад. Просто они за вами и ходят, а их нет. Я поеду тогда поближе, стойте, не, не. Я снова перезарядится, я уйду. О, бубука горит. Да, да, вижу. Инвиз, лево. Бубука минус. Блядь, здесь такое хорошее место. На нахуй, 130 урона, блядь. Да что такое? Нихуя! У него крафт пиздатый. Не, ну на холодильнике я больше очков набил, конечно, всегда. Не забывай, этот крафт приятнее тебе. Блять, вообще кайф. Давайте, может, на них сразу же пойдем. Не-не. Хотя, как хотите, ваше дело. Просто мы вот так вот всегда вот проебываем, я помню. Пока мы шли, я уже получил поебалу. Я минус гет. О, дикобраз у меня. Хорёк какой-то. Блять, иди нахуй, не стреляй по мне. Да бля, да ну. Хорьку хуёво. Да блять, скорб, иди... блять, где скорб, откуда он? Может, поможете с этой проституткой, блядь, просто? Просто чмо и проститутка ебаная. Блядь, я с пушкарём. Блядь, и уже со скорпом. Шалава, блядь. Всё, я нихуя не могу. Капканов, конечно, у них дохуя. Ну, шалава затащилась из-за того, что у него капканов дохуя. Все было нормально, когда в дуэли с пушкарем, пока скорб к нему не присоединился. Все было тоже у меня охуенно, как этот проститутка капкан не сбросила. Скорб, мама, питающий два гибрида.
Я опять никого, блядь, не вижу. Да. Блядь, ну парни, ну дайте я лучше, сука, сам детектор поставлю, можно? Я опытаю. Бери тоже радар, почему что? Да, не... Нужно, чтобы один звериком был. Справа. Выбил собаку. Там едет. Собака едет. И так, по факту, труп тебя спас. Да, в смысле меня спас, я бы ее забрал. Даже собаки с капканами, смотри, а. Сука, кусок говна, блядь. Пиздец, он побрил рю. Да бля. У него еще скорпюрс за это. Блять, тебя там собаки заберут. Кто там один? Чё за говно? Почему я не стрельнул? Говно, наверное. Где эти чмари, блять? Мразь меня увидел. Пизда ебаная просто, шлюха. Я тебе говорю, тебя собака там убьет. Потому что, блядь, нет. Ладно, блядь, поставлю сам детектор, чтобы не... И уберу и верика, и этот, уберу и прицел, и поставил детектор и верика. Вас сзади обходят. Проститутка одна. Блядь, да я мажу. Сука, этот скорб заебал, блядь, просто. Просто устали уже, наверное. Нет, скорб у них лютый. Ну-ка. Блядь, ёбаный скорб, я собаку почти разобрал. Оторвал её уже... Комбайн, кофе. Надо, блядь, пиздец, какие ровные руки иметь, чтобы это НК получить. Играли это недавно только что. Тайфун, каратель, мастодонт и дикобраз. И конченая, блядь, карта. Да, вот карта это самая большая проблема. Сука, нахуй эту говно забавили, блядь. Сто 150. Хорош.
Там на капкане сел. Это карательно, он сразу сбил. Вот один-один. Инвиз, центр. Трюк тебе. У нас вулканы ебут. Блять! На бочку сел. Отбил, да, один? Не. Я его зажег. Блять, мне в жопу. Я убил каратель. Блядский мастодонт, тварь. Блять, они заебали, он меня нагревает и ебет. Да, блять, мастодонт, ты отъебись, ты стреляй по другим. Нихуя дружба у тебя. Да он просто греет меня, а этот пидорас стреляет. Этот пидорас, блядь, не этот. Мне бок попал, я снес сколько задние ховеры. Я попал из-за этого и сдох. Ладно, еще аккуратнее будем играть против этих хуйцов. Теперь понятно, почему, блядь. Он по мне стреляет, потому что ты сдох. Нет, пизда этому ебаному тайфуну просто нахуй. Да тайфун похуй, вот этот тварь, блядь. Так это чмо, нахуй, я сагрился на мастодонта, что у меня бог. Это чмо, блядь, попало в этот задний бок и снесли ховеры задние, я не, блядь, не мог стрелять. Инвиз какая-то залупа. Да заебал, блядь. Поехали на мастодонта, блядь, пизда ему. А мне... Сука, уебывает петух, блядь. Аккуратно, вулкан. Этот пидорас улетит. Блять, бочка я. Давайте бочку, ёбните. Бочку ёбнул, дал и лопнул очко ему. Еще раз, хорош. Блять, мастодонт. Блять, как он так часто перезаряжается. Пидорас, он мне заебался бегать, блять, чмо. О, давай, он очком к тебе. Хорош. Антер сзади каратель. Да пошел он нахуй. Все, вот теперь можно. Блядь, опять это пидорас какой-нибудь. Сука, какой ты конченый этот, блядь, сука, летающая хуйта. Минус. Вот это вот хуйта конченая, блядь. А это пидорас. Да, это пидорастический тайфун. А, все, слили. Встань, я не знаю, это не мастодонт, это я хуй знаю, что за говно, блядь. Да он бессмертная хуйня. Этот, блядь, пидорас от меня постоянно бегает. Мне этот ебучий конченый тостер заебал. Вроде его ебал, блядь. Только второй выстрел нагревает. Какого хуя он меня поднимает? Просто то, что я хуй клал на мастодонта, он мне нихуя, блядь, не может делать. Этот ебучий конченый тайфун заебывает. Ну, мы уже просели хорошо так. Там пацаны, я смотрю, тоже не очень. Но... Три поражения подряд. О, еще одна конченая карта. Ебать, гейство, блядь. Тапок, скорб, крушак и два крушака. Нормально, гейство, блядь. Здесь мразь этих крушаков надо. Так, мы на мостик едем, да? Да, можно. Мост, да. Сука, продам фортуньки, сука, аспекты, блять, этих хуесосов просто.
тяну их нахуй, буду через скрафчу. А у нас свет где? А, вот он. Давайте проеду. Крушак, да, у Нави, Нави, съебись оттуда. Оп. Спасибо. А вон они сам все. Они базу захватывают. Куда там тапок? Не едь, не едь, не едь. Ебучий скорб, тварь. Кузская, блядь, тварь, а где этот ебаный скорб? Блядь, ни одного не... О, вот прям. Проститутка просто, нахуй. Просто проститутка, а не игрок. Ротивал того пидораса, который сурейл эту ебаную карту. А капкан не сел там один. Куршак один остался. Хорош, да-да-да, дай выйду. Аккуратно, не-не, вулкан, не рискуй, ты должен, еще должен жить и дохуя жить. Шаг выбил, не пошел. Ави, ты как? Ебал в карту. Ебаный конченый крушак у меня. Минус молоток. Он с одним крушаком остался, парни. Все, я лысый. Блять, и скорб настреливает. Это шлюха просто, это не игрок. На воду. Скорб слева, скорб слева. Он идет к скорпу этот Нави. Блять. Хорош, есть к скорпу. Он слева. Он справа, у него огонь. Он не пройдет. Он у вулкана. Угу. Ты, вулкан, жди его, подожди его. Сейчас пусть ребята подъедут. Он опять его не видит, ушел. Он вышел, он кабину включил. И он, видимо, но с кабиной включен. Все, едь, вулкан, надо ехать. Рю, тебе бы на базу ехать. Не-не-не, пусть вдвоем катают его. Время еще минута 20. Рю, перед сбоку от тебя. Отлично. Чё, пойдёт, не? Спускается, нет? Не-не-не-не-не-нет, еще нет. Давай, Рю, блядь, давай! Он уходит обратно в сторону базы. Ну, пидор, значит. Хорош, ебать ты, дебил. Хорош, Рю. Вот он визит перед Рю. Рю, вот сейчас бы базу, блядь, Рю, база. Встаньте на базу, база, ну, единичку. Либо так. Не обостритесь, парни. Его убить надо, да? Ну базу, либо базу берите, алё, идите на базу, зайдите на базу, парни. Идите на базу, один, да, один, быстрее. Ещё один на базу. Тоже, что ли? Да вы сейчас обостритесь, парни, надо на базу быстрее вам. Блядь, так уже поздно получается, сука. Я-то тут уже. Подожди, я сейчас к нам подлечу. Хорош. Фу, блядь. Вот это такой конченый просто скорб, нахуй. Просто такие конченые, блядь, сакуны, я в ахуе просто с них.
Детектор где у нас? У меня. Ну, в смысле, у меня этот... верификатор. Вервиз, походу, скорб, аккуратно. Если что, спрыгивай, я тут. Еще один инвизер. Убиваю. Вон там кто-то по бочке прокатился. Еще инвиз, да ебаный в рот. Да он не близко, он ушел походу, его не вижу. А он может быть, вон он сзади, за эту хуйню пошел. Визирую перед тобой. А, вот он шел. Потихоньку сяду на базу. Еще кто-то на прокатился тут. Начали рашить, подрашивать, парни. Слева инвиз рашит. Справа это напрямую идет. Рю, этот вулкан перед тобой. Слева, слева вулкан. Вот там и скорб. Рю, сейчас нас спиздить будут. Вы красиво меня бросили, конечно. Ну и кончено это, сука, животное. Это не игрок, это пидорас. Почему он пиздит меня, блядь? Пиздите другого. Меня тупо сейчас сосиска убьет. Не убьет уже. Сух, ебучий кусок говна, блядь. Блядь, я по скорпу промазал. Охраняю радар. На скорпа выхожу. Сука, он уходит, тварь. Нет, он меня стреляет. Так. Тихую сосы, блядь, шкерится. Берите базу, парни. Просто берите базу. Да, берем базу. Я в кислоте сдыхаю уже, додыхаю да. Этот. Берите тупо базу, пошли они нахуй. Капканы расставляем. Сука, скорб справа, пидор. Стой, не едь, он где-то и ждет. Он стреляет, блядь, сейчас. Вон он. Хорош! Давай. Чуть-чуть тебе осталось. Хорош! Еще лучше. Красавчик просто. Остался скорб, горит. Дымит кабина. Давай, вулкан, я в тебе верю, сука, я в тебе верю. Бля, у меня не рулится крафт. Я понял. У него еще вулкан. Вот, дайте назад, потихоньку. У нас этот рюб захватывает базу, в инвизе он. На центре в инвизе, справа от тебя вулкан. Сри уже, сри сразу. На базу заходит, идет к рю, парни. Сидит. Горит петух. Ты мочи его. Что? Я не понял, как он тебя уебал через эту хуйню. Я крафт вниз смотрел, я маленько смотрел. Хорош. Изи, пацаны. Давайте курнем. Кочное говно просто. Это очень потно было. Да нихуя. Вообще потно, когда тебя убивают, они начинают меня стрелять. Я вообще из-за этого люблю со скорпами ходить. А этот заебал, бля, выхожу против скорпа, это ебаный ублюдок, вся будет где-то прятаться, блядь, и посылает это ебаного шавку свою ебаную. Перерыв? Ну давайте, если хотите. Чё, ребят, сейчас, там закончили, что ли? Одну руду дали, видимо, у нас лимит получается, бронзу у меня. Да, скорость. У меня где-то ещё 11 был, вот это вроде бы лимит. Да, 11. 21. Тимбать мы долго делаем.
И тут. Там оборона просто третий раз подряд за пластиком. У них одни сливы идут. А, так у них Кай там на мамонтах играет. Понятно. Два скорпа и два жира, да? Нет. Нет, там аспект, жнец, скорб и хуй знает, что еще, вроде еще жир. А аспект два скорпа. Немножко? А, два скорпа, аспект и жир. Аспект не на ножках разве? Да, жнец. Аспект летун, а жнец таркан. На биграммах. И опять эта карта. Конченая, блядь, рот его ебал, конечно. Ну, сука, только разрабы эти долбоебы могли этого залопу, блядь, здесь поставить. Я промазал по аспекту. А, нет, я ему дал до 700, поебал. А скорб у них сыкло ебаное опять. Так, у них там жир пошел один. Справа это жир? Да. Да. Обходят прям, надо его брать. Надо ёбнуть ему. Да-да, поехали на него, парни, пока он соло. Он на кого пошел? На меня. У меня скорб жопу оторвал. Полностью? Ну, почти. Горит. А чё он как дебил, блядь, приехал? Ну, он забайтил. Потом и дебил. Блядь, промазал, что за хуйня? Я подрашу тогда, получается, на кого-нибудь. Ой, блядь, аспект. Давай я направо самого скорпа, а вы, ну не знаю, смотрите, как там у вас. Блять, я промазал. Аспект хуёво. Аспект на этих бочке у меня сел. Горит петух ебаный. Навигатор, хули ты? Хули я. А хули, блядь. Хулио-то совсем не хулио. Он горит. Сука. Так ты один. В смысле, блядь, я один, вы охуели? Там два скорпа. Уже один. На капкан бы он сел, был бы заебись. Ох, тупой, блядь. Инвиз, что ли, у него?
Да? Угу. Тебе аккуратно. Ай, блядь. Да ёбаный в рот. Батя, охуенно летай. Да как мимо-то? О, трой. Стал поебал, хорошо. Стал еще поебал, хорошо, горит петух. Хорош. Блядь, надо, наверное, учиться на прямолёты летать, блядь, не брать тоже новую ту ебаную. Что там учиться, там то же самое. Он обитает, а точно так же. Кнопки только переназначит. Единственное, что новую юзать надо. Оп, этот, извиняюсь. Ой, куда я поехал вообще? Ах, хуй знает, это такая же хуйня. Мне уже скоро куда-то стрельнул. Да ладно, там сел вот за тебя. Так, я жнецу въебал, оказывается. Теперь скорпу въебал. Блять, по-моему, сейчас они на меня поедут. Вас пушат, 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 захожу к вам. Я это, блять, непонятно. Блять, по скорпу промазал. У нас скорпу жнец. Блин, у меня один гелик. Сука, 20, сука, мать его, один, блядь, 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 в рот ебал урона. Ну там втроем, да, против двоих? Ой, вдвоем против троих. Нет, я один. Потому что рю с одним геликом. Мне, наверное, как-то залететь надо. Только, блядь, они все вчетвером держатся. Ну, один от башам за очко стоит. А, блядь, ну как мимо, то ебаный в рот. Я уже сам кушу сейчас... на него. На центр бочки. Арю, 300 желтого дал. Да, блядь, я ебал, мажу. Ты же такая же конченая эта кабина, блядь, а? Я бритый. Да, блядь. Блядь, это и конченая кабина, просто надо тоже... Да, я все время в эхо что-то стреляю в эту наводку ебаную, как она заебала меня. Здорово, Рю. Пока, Рю. У них все хуловые, да? Да нихуя. Шко в том, что он, блядь, все, весь урон, который, блядь, пошел по их этих ебаных кабинах, он бы отсосали бы давно уже. Сейчас возьму, пойдем в гараж, возьму какое-то уж подобие этой залупы. Да вон он, паника, возьми крафт. Да у него этот, у меня нету этот ховера, у него там еще и они апнутые у него. У него крафт пиздатый, сейчас потом куплю ховера. Сейчас, некогда, сейчас готовлюсь потихоньку, может, левика собрать, а то у вас, говорите, у левика нету. Может, вулкан есть. А, ну вот, когда мы в четверг поиграли. Ну. Ну, его немного там дорабатывать там. Да, я сам... Блять.
базу буду захватывать. Аналогично, хули. Все, я ушел, все, я ушел. На меня скорб с сожнецом едут. Вот. Мы сейчас базу захватим. Да не, сейчас хуйня жирная зайдет. А вы у нас гелик, если меня не побреют. Вот справа что-то кто-то меня шмандил. Сука. Блять, меня в бочину стреляет скорб. А я не переживаю таких выстрелов. Да, 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 ходите на базу. Ну, эта хуйня едет, блядь. Блядь, он тяжелее петух меня, блядь, чмо. Еще один зашел, петух сзади. Сверху. Да, блядь, ну пиздец. Я не могу с вами в толпе играть, вы толкаетесь. Да это тупо было базу захватывать. Блядь, чуть-чуть не хватило. Вдруг по канал, про да канал. Похуй, да, ну, они... блядь, ну они же тоже не слепые долбоёбы. Ну, надеюсь, надеюсь. Дайте возьму эту ебаную кабину, потому что ты конченый просто, я заебал эта кабина ебаная. Блин, чуть-чуть не хватило захватить-то. Да похуй, я же говорю, они не слепые, зачем было это делать? Ну поехали не на вас, съебались с базы. Еще и меня заставили к вам присоединиться. Да, в гараже, поищу нормально, этот какой-то крал, блядь, заебал. Да пошли мы в бронзе, какая нахуй разница, какой там крал. Да блядь. Да заебали эти ебаные новые, блядь, я нихуя против них не могу. Как нихуя, они просто из таких дохуя их там долго. О, блядь, еще лучше, и пидоры на нове еще, еще один такой же. Откуда, сука, их земля носит, блядь? Хорошо. Хуйня, хуйня, хуйня и светляк. 4 миллика. Ну да, предельно ясно сказал, вроде. Ну да, где-то возле моста, извиняюсь. Давай, вулкан, езжай. На, это недалеко тут, тусоваться. Сейчас спрыгивать будет. Ну, выбил. Чё одна, блядь? Да, где там скин? Сука, я промазал. На меня едут. Я меня кушак побрил. А я копья оторвал вот эту хуйню. Блять, еще крушак до меня доебался. А ты один. Да, блять, вы что издеваетесь? Че вы сдохли так быстро? Хантер там, блин. Я не стоял как бы. У тебя милики зашли, надо было сразу на нас ебать. Он со шкурой был. Давайте мы на горочку заберемся. Там, блядь, три захода тоже нихуя хорошего, и горочка сильно маленькая. Ну похуй, пошли. Так у нас выбора все равно нету. Тут хоть понятно, откуда ожидать. Блядь. Че, сзади, да? Я не успел зайти. У этого шкура, у пидораса. Перевернул шкуродера. Блять, сука, тварь зашла.
Блять, меня светляк побрил. О, ебучая кабина, сука. Мразь ебаная. Че, заканчиваем? Смотрите там, с другой пачкой заберетесь. Просто мне реально, блядь, что-то начинает подгореть из этих хуесосов. Я даже не могу нормально играть, блядь. Ну пошли к пацанам, может, пачку пересоберем. У них тоже вроде ничего хорошего.